Учителя, участники 15-го Благовещенского православного педагогического форума, присоединились к проекту «Читаем Библию» и каждый день вместе прочитывали 4 главы Священного Писания. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Проект начался в начале года. Уже более 1000 человек стали его участниками и изучают Священное Писание, получая ежедневные рассылки в специально созданных группах WhatsApp и Telegram. Присоединиться к группе можно с помощью ссылок и QR-кодов на сайте Храма Рождества Христова. Вспомним слова Спасителя: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».